Да, после долгой передышки непривычно немного, но это дело поправимое. Ладно, побыстрее думать, надо ускориться. Добрый день, дорогие любители хардкора и особенно тем, кто любит страдания. Для вас будет радостной новостью узнать, что в Ютубе может быть пополнение в виде еще одной томящейся души. Вы будете смотреть, как я страдаю вновь и вновь, проходя данную игру. Для того, чтобы увидеть данное представление, сделать нужно немного. Всего лишь поставить оценку данному видео, написать какой-нибудь полезный комментарий и подписаться. Тем самым вы дадите повод делать видео по Dark Souls чаще и тщательнее. В общем, канал будет расширяться в данном игровом направлении. Ну, если, конечно, действительно нужен очередной Dark Souls. Я все-таки не знаю, бывает ли много Dark Souls или нет. Также смотрите, что у меня есть на канале, помимо данного видео. Авось какая-то находка объявится. Ну и понравится. И будет еще один повод подписаться. Касательно данного видео, я начал повторное прохождение игры, но заново, так как сохранялка от прошлой игры, увы, не осталось. А там у меня был такой воин с двухручным мечом огромным, которым я сокрушал своего врага, как в PvP, так и в MvP. Сейчас впереди ожидает босс, на котором я умру несколько раз. Мову помню, реакция есть, упорство наготове. Осталось взял стимул и босс в кармане. Даже что-то не то, по-моему. Да и хрен с ним. А, блин, как что бегать долго вообще? Ну хоть хорошо карта спроектирована, это плюс разрабы. Прям такие вообще похвала конкретная. Спасибо за просмотр. Смотрите, может понравится, как я там умираю. Шаза. Ладно.
Thank you.